Такие объявления появились в поселке Виноградный. Это одно из первых решений недавно созданного попечительского совета. В него вошли православные верующие с опытом организационной работы. Всегда мы надеемся на лучшее. В пределах 6 тысяч человек проживает в нашем округе Виноградном. И с Божьей помощью все вместе мы, соответственно, будем решать те проблемы, которые есть у нас именно на сегодняшний день по строительству и по благоустройству нашего храма. Такой большой поселок не может быть без храма. Здесь никогда храма не было, к сожалению, на протяжении многих лет. Строительство храма началось в 2006 году на пожертвование. Временная молельная комната находится в местном общежитии. Однако по праздникам она не вмещает всех желающих. Согласно проекту, здание церкви рассчитано на 100 человек. Сейчас все готово к тому, чтобы установить 5 куполов. Один большой и 4 малых. Их стоимость вместе с установкой порядка 1,5 миллиона рублей. Прихожане считают это ключевым этапом строительства. Как купола поставят, можно будет заказывать окна. Окна поставили, уже все, двери поставили, уже в храме, даже пусть отделочные работы не проведены, уже можно проводить службу. Разрешается так. Понемножку, мы ж не просим там сразу 1,5 миллиона дать. Верующие надеются, что их активность напомнит о проекте. Кроме того, есть те, кто недавно переехал и еще просто не знает о том, что идет строительство храма. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.